слову, о разбушевавшейся погоде. Сегодня говорили на совете директоров, который прошел в администрации города. Причем не только в контексте сегодняшнего каприза, но и о картине в целом. Так, за эту зиму снега уже выпало чуть ли не в полтора раза больше, чем в прошлом году. Ни коммунальщики, ни дорожники с таким объемом работ просто не справляются. Только сотрудники ДРСУ с 1 января этого года вывезли 78 тысяч кубометров снега, тогда как по плану должны были очистить Ноябрьск от 63 тысяч. Со вчерашнего дня мы перешли как бы на очистку поселков Мехколомна, 101, 102, 15, 87, СНП, потому как в городе, в принципе, так подобрали снег. Вот. Снега в этом году много, и паводок будет немножко. Нет, если вы смотрите на меня и говорите, паводок будет немножко, то это не значит, что я услышал, спокойно к этому отнесу. Я свое мнение высказал. Как только начнется паводок, и если будут жалобы от населения, то управление ЖКХ в полном составе выходит на субботник. Или вы сейчас наводите за оставшиеся дни порядок и убираете все кучи, которые наворотили управляющие компании ТСЖ, на придомовую территорию. Или с моей стороны, будет жесткая позиция.